жирные кошмары улетали. Только что гуляли. Так, прекрати, в чем дело? Такие толстые. Да это шерсть, Люд. Сейчас проверим, все, насколько это шерсть. У него вообще шерсть как-то шерсть. Коровы все, здоровые. Все. Да, я тебя тоже. Я тебя тоже, как будто бы я. Ко мне. Ты не вон летали. Сколько мы раз выпустили? Сколько? Сколько им сейчас? 25-го будет полгода. 5. А 5 полумесяцев, да. 5 полумесяцев. Коровы все, здоровые. Да, я тебя тоже. Я тебя тоже люблю, да. Какашку так, нашли. Вторая серия началась. Чего там вдруг ко мне сегодня прицепились? А? Юты нету, да? Нет Юты? Они с Ютой гуляют обычно. Шерстяки, они еще не это. Меня увидели. Не, не надо, не надо. Не надо. Ощелкают. А, это на лице. А, маску видели. Маску увидели. Никогда маску не видели на лице. Это хочет снять. Снять маску. Ну, может, принять что-то. Так, все, спокойно. Да нет, они не худые. Да ну ты что, не надо снимать маску. Я тебя сейчас укушу, я тебе скажу. А хозяйка не узнала в маске. Так, не надо, я тоже в маске, не надо. У этой нету ребра, а у той ребро. Летает. Залетела. Они обе такие толстоватые. Ну, это нормальное явление совершенно. Уже это ей огрызается. Я нашла что? Щетка, огрызается. Да? Прекрати. Ой, ну, приходи, ну-ка, прекрати. Стоп, не щелкать, не щелкать. Не, она толстоватая. Ну, она как-то все время такая. Сейчас мы еще зубы посмотрим. Они одинаково. Сейчас вторая приедет. Придет ревновать. Бежит уже. Уже бежит. Животное, меня пробежала. А как она на коров? Плохо. Бросается на коров? Ну, я не разрешаю, я постараюсь это пройти, чтобы она их не забила. Что такое? Вот у этой немножко ушко. Ты... Берта, иди покажи ушко. Сейчас нужно посмотреть ушко. Опа. Не, какое там? Фу! Какашку нашли, да? Конфетку нашли. Вторая серия. Какашкой. А что, ушки там не красные, нет? Нет, не красные. Нет. А вот. Да, почистим зубы, он бежит. Рыбью нафиг. Это тоже, конечно, чтобы ей почистили. Уже отличить, конечно, очень сложно. Ай-яй-яй. Это Баффи, да? Ай-яй, это Баффи. Здоровая. Колбаса такая, мохнатая, рыжая. Я понимаю, щелкает. Да, это не бесконечно. За руками. Руки надо так, прятать. Сейчас, девочки домой идут. Пошли домой. Они уже знают, уже где они. А там где сидит Прайда? А вот сейчас я посмотрю. Она сейчас привязана, она еще у нее пускает. Да, правда? Она что, привязана сейчас, да? Ну, конечно. Вот куда не лезть, пожалуйста. Даже и телят кидается, на коров кидается. Да. А ночью бегает, да? А ночью пускает.